Добрый день, дорогие друзья! Наступил сезон сбора вишен. И как обойтись без выпечки с этим изумительно вкусным, ярким и ароматным плодом? Сегодня мы сделаем с вами вот такие изумительные пирожки. Пышные, нежные, невесомые, очень ароматные и очень-очень вкусные. А самое главное, этот рецепт очень прост в изготовлении. Справится любая хозяйка, даже начинающая. Делаем опару. Теплое молоко. 250 миллилитров, мука 1-2 столовые ложки, столовая ложка сахара и пакетик 11-граммовый дрожжей. Все это хорошо перемешиваем и ставим подходить. А за это время готовим муку. Соль, ванильный сахар, обязательно добавляю разрыхлитель для того, чтобы потом не было запаха дрожжей в тесте. И подготавливаем жидкую часть. Берем яйца, обязательно теплые. Высыпаем в них оставшийся сахар. Все это хорошо перетираем. Желательно, чтобы сахар растворился. И выливаем туда 120 грамм растопленного сливочного масла. Опять все хорошо перемешиваем. А за это время у нас подошла опара. И мы жидкую часть, то есть опару и яйца с маслом, выливаем в подготовленную муку, в которой есть уже, как я сказала, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Еще раз хочу заострить ваше внимание, что если вы в дрожжевое тесто добавите чайную ложечку разрыхлителя, то после выпечки тесто не будет пахнуть дрожжами. Замешиваем тесто. Вот здесь самый главный вариант. Тесто я замешиваю просто ложкой, пока ничего не вымешиваю. Слегка припыляю сверху мукой, затягиваю пленкой или можно накрыть пакетом и оставляю так, в зависимости от качества дрожжей, на час-полтора. Может быть, даже меньше, если хорошая дрожь, пока тесто не подойдет. Теперь добавляем немножечко муки, припыляем стол и начинаем вымешивать. Муки добавляем совсем по чуть-чуть, где-то в общей сложности около 2 столовых ложек. Тесто должно оставаться сырое, то есть пока мы его вымешиваем, если тесто слишком прилипает к столу и к рукам, мы чуть-чуть посыпаем все это мукой, но не забиваем это мукой. То есть по сути тесто еще продолжает прилипать к рукам. И чтобы тесто не было крутое, мы продолжаем вымешивать тесто с растительным маслом. Вымешиваем тесто около 10 минут. Еще раз говорю, что тесто должно быть очень мягкое и не страшно, если оно продолжает слегка липнуть к рукам. Смазываем емкость растительным маслом и кладем туда тесто для того, чтобы оно подошло второй раз. Когда тесто у нас подошло, мы его обминаем. Затем также на рабочую поверхность выливаем растительное масло. И еще минут 5 вымешиваем для того, чтобы оставшийся в нем воздух с пузырьками и с запахом дрожжей вышел. Вы когда будете вымешивать тесто, вы прямо почувствуете, как у вас пузырьки воздуха лопаются. Затем просто отщипываем небольшие такие кусочки теста, формируем из них колобки. И выкладываем их на рабочую поверхность. Вот у нас получилось 13 колобков. Накрываем их пленкой.
И пока остальные будут стоять, мы начинаем выкладывать начинку. Вишню обязательно обрабатываем, обязательно удаляем косточки и выкладываем ее на сито или дуршлаг для того, чтобы лишний сок стек. Не жалея начинки, наполняем наши заготовки для пирожков, плоские блинчики такие, вишней. И поскольку вишня это все-таки кислый плод, мы добавляем сахара. Где-то около чайной ложки, как раз будет нормально. Формируем пирожки, как вам больше нравится. Я делаю лодочкой, вы можете на середину выложить ягоды и собрать в виде мешочка, а потом придать форму пирожка. Это уже не имеет значения. Каждая хозяйка делает по-своему, как ей привычнее, как ей больше нравится. Не забывайте руки и стол смазывать растительным маслом, для того, чтобы тесто не прилипало. Таким образом раскатываем, наполняем начинкой все наши колобки и выкладываем на противень. Обычно бывает противень смазывают маслом, но я выкладываю на бумагу для выпечки, мне так удобнее. Оставляем пирожки минут на 15-20, чтобы они еще немного подошли у нас. Берем яйцо, слегка его взбиваем, смазываем поверхность пирожков. И отправляем все это в духовку минут на 20-25 при температуре 200 градусов. Духовка должна быть заранее разогрета обязательно. После того, как пирожки испеклись, вы достали противень из духовки, обязательно берем молоко, желательно не холодное, хотя бы комнатной температуры, и слегка смазываем поверхность наших пирожков. А затем накрываем их тканью до полного остывания. Таким образом, пирожки у нас будут очень мягкие, очень нежные и очень ароматные. Посмотрите, вот такие пирожки у нас получились. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! До свидания!